Ай, третья, да что ж такое-то, надо было тормозить. Быстрее, нет, не успею. А перед просмотром этого видео обязательно подпишись на мой канал. Также рядом с подпиской есть колокольчик, нажав на который вы будете получать уведомления самыми первыми. И, конечно же, не забываем ставить лайки. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, ребятки, с вами, как всегда, Юра. И сегодня мы будем играть вот такую крутую игрушку под названием MMX Hill Climb. Так, ну что ж, ребятки, поехали на нашем крутом автомобильчике, посмотрим, из чего он соткан и собран. Поехали, посмотрим, что, ребятки, нас здесь ждет, ребятки. А это мой, что ли, соперник стоит сбоку, я даже, если честно, не понимаю. Так, ну ладно, в общем, ребятки. На старт, внимание, поехали! Ну-ну-ну-ну-ну. О, довольно-таки отлично. Вау, вот это прыжок, вот это да. Отлично, просто супер, просто классно. Посмотрите, вы только посмотрите на это, как он едет, с какой он скоростью, ребятки, едет. Давай, скакай, скакай. Отлично, мы перескочили яму смерти, ребята. Это яма смерти, которая постоянно нас погломила туда, внутрь. Постоянно нас пыталась съесть. Но в этот раз, ребятки, мы ее победили. Ох, ребята, вы видели? Мы проехали через мост, который рушится, ребята. Ой-ой-ой, ого. Вот это да. Так, бензинчик взяли, отлично. Вот это автомобиль. Вот это я понимаю, ребятки, автомобиль. Так, давай. А это что такое-то? Ого. Не доскочило немножко. Так, тихо. Поставь ручник, тихо. Смотри, чтобы автомобиль не упал вниз. Отлично. Так, поехали дальше. Прыжок. Отлично, мы на следующий остров перепрыгнули, ребятки. Так, что у нас здесь? Тихо. А вот и финиш, ребята. Отлично. Просто, ребятки, супер. Это просто, ребятки, замечательно. Так, ребятки, вот мне пишет новинка. А это где новинка-то? Вот это, ребята. Или где? Или вот это? Вот, наверное, зверь. Давайте его купим. Все, отлично. Я его еще хочу не только купить, но еще хочу немножко затюнинговать, ребятки. Давайте затюнингуем его и поедем, собственно, на нем кататься. Так, осталось совсем немножко. Сейчас мы его затюнингуем и отправим, как говорится, в путь. Только нам надо поменять дорогу. Я не хочу на этой трассе кататься. Открыть дверь? Да, это понятно. Бесплатно. Так, вот. О, пустыня, ребята. Хочу в пустыне. Все, поехали. Почему я на этой машине? Я же на звере должен быть, ребята. Где наш зверь? Все, поехали. Вот это точило, ребята. Фу-ху-ху. Самый лучший зверь, которого я только встречал, ребята. По пустыне идет только так. Тихо. Так, давай. Я верю в тебя. Я верю, что ты автомобильчик непростой. И давай прыжок. Отлично. Вот это я понимаю, зверюга, ребята. Только посмотрите, как он ездит, ребят. Вот это да, вот это... Ой-ой-ой, а что же я? Я теперь и не выйду отсюда. Нет, ребята, я взорвался. Да что ж такое, а? Так, давайте по новой будем делать. Поехали. Вау. Вот он поехал, ребята. Тихо. Не падай. Не падай духом. Вау, вот это да, вот это круто. Вау, вот это я понимаю. Так, тихо, не взрывайся. Я думал, что сейчас я уже подорвусь, ребят, но... Так, тихонько. Так, теперь здесь мне надо набрать скорости. Вот так. Да что ж ты... Как же мне реально перелететь там, а?
А, все. Труба должна меня подорвать наверх. Вот так вот. Теперь я понял, как. Отлично, посмотрите, как мы давим эти машинки маленькие. Вот так вот им. Посмотрите, ребята, как мы их давим. Просто-напросто мы по крышам едем. Ха-ха-ха. Вот это мощь. Отлично. Так, продолжаем мы дальше нашу замечательную игрушку в нашей замечательной пустыне. И это самый лучший автомобиль, который связан, ребятки, с... Бах! Ого! Вот это нас понесло. Ох, да ты что! Вот это да. Так, нужно быть более аккуратным. Давай, давай, не падай, не падай. Отлично, не падай духом. О, супер, ребятки, мы прошли этот уровень. Так, давайте, ну что ж, давайте, наверное, выберем другой, что ли. Зима, вот еще есть город. А что у нас? Мы с зимой, по-моему. Давайте с зимой, ребяточки, покатаемся. Только на другом автомобиле. Не хочу уже этот авто. Давайте возьмем, знаете, какой? Вот такой вот, ребята. Вот, вот это автомобиль. Газу, вау! Вот это автомобиль. Довольно-таки старенький, но мощный. Давай, 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 малыш, едь, едь. Ой-ой-ой, чуть не упал. Вот это... Ребятки, я даю, вы видели, чуть не упал. Давай, давай, ой-ой-ой. Нет, 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 не годится никуда. Надо его срочно, ребятки, затюнинговать. Потому что чем больше я буду пытаться пройти этот уровень без тюнинга, чем больше я буду получать поражений в свою сторону. Но это же нам не нужно, правильно, ребята? И для этого мы с вами сейчас посмотрим, что мы сможем. Отлично. Так, заделываем на полную. Отличненько. И едем в путь, ребятки. Газу, газу, газу. Вау, вот это мощь. Вот это я понимаю. Теперь я должен проехать обязательно. Фу, конечно, посмотрите, какая мощь, какая скорость. Надо было немножко притормозить мне на самом начале, потому что что-то я поздно немножко... начал ехать. Сейчас я вам покажу, как надо. Смотрите, проходить. Проезжаем вот здесь вот. Здесь. И здесь. Теперь притормаживаем. И газу, 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 газу. Вот так вот. И только это нам дает возможность, ребятки, проехать. А вот это, ого! Вообще перелетели и не коснулись ни одним колесом мостика. Вы такое видели, ребят? Вау! Оу-оу. Вау! Вот это да! Вот это я скакаю! Вы только посмотрите, вот это круто в действительности. Ого, такая большая гора, как же на нее забраться-то? Стой, 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 давай, давай, поехал, 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 поехал. В смысле? А как же мне на нее выехать? Нет, ребятки, этот автомобиль не годится для этой гонки. А, нет, смотрите, выехал. Я думал, я не смогу выехать. Вау, давай, давай, давай. Вау! Хо-хо. Вот это я полетел. Ого! Вот это я полетел в действительности. Круто, ребят. Вот это я понимаю, ребята, гонки. Когда автомобиль заделан на полную катушку, я могу проходить трассы просто с удовольствием. Ого! Тихо, тихо, Юра, нет, 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 газу, газу, Юра, да что ж ты будешь делать? Упал, 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 упал. Никуда не годится, ребятки. Все, теперь я понял, как здесь надо пройти. Смотрите, сейчас я вам покажу. О, я соревнуюсь с БТРом, ребят, посмотрите. Да что ж такое, БТР поехал вперед, а я остался сзади. Сейчас мы его догоним. Тихо, тихо, тихо. Вау! Сильно сдал назад и упал. Сейчас покажу, ребятки, смотрите. Газуем, 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 газуем. Газуем, 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 газуем. Так, и на третьем вот здесь вот. Ай, надо было остановиться мне. Не успею проехать. Или успею? Давай, нет, не успел, провалился. Я именно хочу пройти на этом автомобиле, ребят, потому что именно этот автомобиль мне больше всего нравится. Так, все, теперь погнали.
Да что ж такое, я раньше вылетал, нормально было. Не едет совсем автомобиль, ребята. Автомобиль совсем не едет, реально. Первую я проезжаю. Вторую. Не могу проехать. Может, надо больше газу давать? Так, давай. Вот так, вот отлично. Ай, третья, да что ж такое-то, надо было тормозить. Быстрее, нет, не успели. Давай, малыш, отлично, первую преграду прошли. Вторая, малыш, давай, вторая, пошел, поел, давай, еще совсем немножко, отлично. Так, третья, ребятки, самая тяжелая. Давай, газу, давай, ты проедешь чуть-чуть, ай-яй-яй, не получилось. Да что ж такое, давайте возьмем, наверное, ребятки, ракетомобиль, купим себе. И заделаем его по полной программе. Вот он, ребята, на своей скорости должен точно пройти, ведь у него, он же создан для того, чтобы летать. Вот посмотрите, какой у него острый клюв. Это все создано, ребятки, для того, чтобы повысить его, повысить не только его аэродинамику, при которой, чтобы он на такой большой скорости не взлетал. Хотя я уверен, что он, наверное, взлетит у меня. Но и дать возможность пройти людям этот уровень. Ну что ж, ребятки, поехали, погоним. Вот это да, вот. А уго, БТР что, намного сильнее, чем моя ракетная машина, что ли? Я не понял. Ох, как я, ребятки, вы видели? Как я это красиво делаю. Вот так вот. Вот, отлично, просто супер. Реально круто. Так, а мы обогнали БТР, ребят, с вами? По-моему, да. Вау! Вот это прыжок. Прыжок веры, так сказать. Вот он, ребята. Вот этот уровень. Давай, Юра. Отличненько, ребята. И мы наконец-таки прошли. Это просто круто. Как мы с вами это прошли. Я даже и сам не знаю, как я прошел. Так, дорогие друзья. Ну что ж. Хочу вам сказать, что этот уровень на канале Вечное Детство, этот эпизод подошел к концу. Подписывайтесь на мой канал, ребятки. Обязательно ставьте пальчики вверх. Я вас сильно очень люблю. А с вами был, как всегда, Юра, ребятки. Вы были на канале Вечное Детство. Пока-пока, дорогие друзья.